Подожди, я мне настоящая принцесса. Ну и что? Пусть это сон. А ветер косила пуха. Пуха. Никто не заставляет. Вот такая снится чепуха. Иди сюда, деточка моя. Иди сюда. Вот тебе подарочек от Деда Мороза. Какая ты молодец. Иди садись, бабушка. Конечно. Мы будем очень ждать, и он обязательно вернется. Расследование постепенно зашло в тупик. И тогда я решила. Учиться на пятерке у меня уже получалось. А вот сейчас приходилось много тренироваться. Чарли, обещаю тебе, я обязательно. Поворот. И здесь покрасили. И росинки собираем. Чашечка, ручка, чашечка. Вот. Это очень красивая ножка. Вот. Чувствуешь, как заворачивает? Ненавижу вас! Зачем ты забрала мне из детского дома? Мне там было хорошо! Алгебру обещал сделать. Завтра принесу. Тебе, царица темных сил. Ну, это... Нравится? В общем, поздравляю тебя с Днем Валентина. Я не знал, с чего сделать, и сделал из дорожного знака. Вот. Как-то романтично. И противозаконно. Ведь сказано в Писании, что оставь родителей. Крепко подумай. Ну, чисто муха. Без году неделю в христианстве попади учить вздумала. Ишь ты! Матушка, ой, матушка, родненький, там плохое, там коснеет собирается. Матушка, пойдемте домой. Прям. Бережка, уснул, что ли? Давид Брониславович. Да, да. Давид Брониславович, да. Что замолчали? Про меня говорили? И познание по-французски. Читаю Вольтера. И остальным советую. Скажите, Игорь, как часто вы планируете бывать в нашем доме? Как часто? Ну, как часто мне позволит это Анастасия Игоревна и законы приличия. А вы в курсе, что Настя уже есть кого-то? А вы вообще обеспечены жилплощадью? Это что, прекратите? Нормально. Да, у меня хорошая квартира в приличном районе. Отлично. Значит, в перспективе... Возгорело бы, Настя, прилично. Надеюсь, вы не решили свести счет ту жизнь? Не дождешься. Проханин. Проходить некогда. Настя сегодня со своим ортопедом улетает в Канаду. Когда? Через полтора часа. Ну ничего, у меня есть план, как вам ее вернуть. План рассчитан на 12 дней, по одному глобальному поступку в неделю. Алло, Тёмыч, привет! Слышишь? Настя, растормошите парня, а то он совсем сдался. Смотри, получилось? Ты его любишь?
смотри, какой джигит. Да ради тебя на все готов, ну что так думать? Алло, Игорь! Что там? Да не понимаю, алло! Игорь, ты меня видишь? Ты слышишь меня? Когда вы мне эту авантюру предложили, я к вам ангелам как-то... Может, и вам постоянно работа строится, а? По зарплате как было? Ласковое солнце мое, в паутине.